Всем привет! Ну что же, хотел бы вполне высказаться по поводу новой эпохи. Зимбер — это машина для убийств, как Space сейчас. И как мы видим, история циклична. Старое поколение сменяется новым, так же как и в 2.1. Новые игроки превосходят старых по скиллу, скорости и вообще по всему. А старые легенды уже выходят на пенсию. Больше года продлилась эпоха инноваций, когда на сервер заходила куча новых легендарных как игроков, так и креаторов, таких как Эллипс, Серкунс, Лусков, Ачиз, Мицурчик, ныне известный как Мирейп. Постоянно выходили легендарные уровни, такие как Вортекс, Пейн, почти все уровни Ачиза, которые были по-настоящему легендарными. Топ уровней расширялся не по дням, а по часам. Самые старые игроки в итоге уходили. Ушли такие легенды, как Сур, Ачиз, Эксмель, Чики, Жижар, Крулой, Синтекс, в конце концов. В итоге настает эпоха застоя, когда очень долго ничего не будет меняться. Практически все будет оставаться таким же, как и было. Игроки будут строить посредственные уровни, топ будет редко расширяться новыми уровнями. Это были мои мысли по поводу нынешнего 1.0. Теперь про будущее сервера. В будущем сервер, конечно, будет развиваться, но не такими темпами, как в эпоху инноваций. Она была как 2000-е для человечества. Все быстро появлялось и обновлялось. Но в итоге наступили 2020-е в мире 1.0. И сейчас все происходит очень медленно. Будут появляться новые игроки, новые креаторы. Но той славы, которую получил сервер в так называемых 2000-х, уже не будет, к сожалению. Началась новая эпоха 1.0. И в этот прекрасный для сервера момент я хочу официально заявить. Я ухожу из 1.0. Не в смысле, что я уйду полностью и вообще не буду взаимодействовать. Уйду полностью с комьюнити. Нет. Я просто буду взаимодействовать понемногу с комьюнити. Я просто не буду ничего строить, проходить, ничего не делать на самом сервере. Пора дать свободу молодежи, как говорил Riot.